Называется «Съездили за чайком». Чая решили поехать взять. У нас чай заканчивается. Ну и... А к чаю же надо печенюшка. А к печенюшке еще шоколадка. А к шоколадке еще медведь. В общем, мне вот такой подарок достался. Все-таки этот медведь... О, очень холодный. Холодный. Ах, рыба там. Ладно. Это прям похолодел медвежонок. Все-таки этого медведя я принесла домой. Теперь он будет жить с нами. Такой мягонький, такой мягонький. Ой, ребята. Так, на сладкое потом оставлю. Рыба по-быстрому. Рыба, все на скидочках было. Кроме чая. Да, кроме чая и медведя. Все это было по скидкам. В общем, чай без скидки. Медведь тоже без скидок. По-моему, там последний оставался. Успела. Урвала. Урвала медведя. В общем, морозилки. Рыба прям, знаете, хорошо. 50% или 18, да, 50. 50 скидка, 50% скидки. За 9 рублей на двоих рыбка копченая. По-моему, селедка. Кипрс. Да еще и шотландская. Представляете, какая это красота. Эту морозилку надо быстро положить. Это кукурузная мука. Я думала, у меня она есть. У меня оказалось, ее нет. Поэтому я взяла. Сейчас думаю, что ж я не взяла побольше. Да еще и по такой цене. Вообще копеечная. Почти 3 рубля. Это брала по 5. Очень вкусные, ребята. Я их слопала, у меня уже больше не осталось. Это в шоколаде. В общем, зефир на печеньке, да еще и в шоколаде. Это очень вкусно. Не представляете, как вкусно. В общем, 2 пачки по 5. Это какие-то бельгийские трубочки ванильные. Не знаю, не пробовала еще. Затем... Это для каких-то дамплингов. Ну, уже смешать с водой, и уже будет готово. Никогда не пробовала, но за 3 рубля, считай, за 2,75, почему бы не взять. Печеньки с шоколадками, шоколадными. Как они, глазки, в общем, крапления. Еще одни печенья. В общем, на печенье у меня сегодня прям это самое повеяло. Здесь тоже. Дач. Ну, хоть немного шоколада. Хоть это радует. Какая коробочка большая. Мне кажется, внутри 2 пачки, поэтому большая. И здесь было 2 пачки. Тоже еще и со скидкой. Прекрасные печеньки. Так что к чаю набрались. Набралась. Будем чай пить и устраивать с Антошей. Господи, ребята, у нас без приключений просто, знаете, прям скучно жить. У нас землетрясение, как колдобенило. Такой толчок был. Гляньте, люстра. Ходуном. Как начало все. Фух. Я на кровати прям, я так почувствовала прям хороший такой сильный толчок. Окна заскрипели, я не знаю, заскрежетали, какой-то такой... Фух. Страшно. Блин. Ой, боже.